Табришкина синичка или кому на Руси жить хорошо? Как говорил Чарльз Даррелл, если хоть кто-то из вас сумеет обоснованно доказать, что моим птицам плохо живется, то я их тотчас же выпущу. Тем не менее, никто так обоснованно до сих пор и не доказал это. Поэтому я могу то же самое сказать, что и говорил он.